16 по 22 апреля Ульяновск превратился в настоящую модную столицу Поволжья. Впервые в нашем городе прошла международная неделя моды. Ульяновцы смогли посетить мастер-классы от ведущих визажистов страны, дизайн-туры по студиям интерьера и ворк-школы. Ну а главным аккордом недели стал гранд-показ коллекции ульяновских дизайнеров. В течение нескольких месяцев мы с Ириной посещали очень много интересных площадок по всему миру, в том числе Италии. Искали для вас интересных спикеров и привезли именно тех, кому интересен наш Ульяновский регион. Специальный гость из Милана, эксперт моды Даниэла Меркальдо, был искренне удивлен отношением ульяновцев к модной индустрии. Стереотипы о суровых людях в ушанках и валенках вмиг растаяли, а российская провинция открылась для него как культурно развитый, перспективный и по-настоящему стильный регион, который, по его словам, в будущем готов конкурировать с Миланом. Il primato di Fashion Week. Ульянов теперь боится, Милан теперь боится, что Ульянов завоюет первое место, связанное с модой, и приедет, и, в общем, все магазины оккупирует. State andando troppo forte. Abbiamo paura di voi. Боится он нас, что становимся слишком сильными в плане моды. По словам другого приглашенного эксперта, организатора Московской недели моды Павла Ямщикова, Ульяновская неделя моды стартовала весьма успешно. Но, несмотря на это, есть что доработать и усовершенствовать к следующему году. Задатки есть однозначно, да. Московский формат, поверьте, это не предел. Существует много региональных недель мод. Немного, но существуют региональные недели моды достаточно хорошего уровня. Гранд-показ удивил буйством красок, фактур и фасонов. Особенно милыми и трогательными оказались детские коллекции. Маленькие феи-манекенщицы гордо демонстрировали наряды ульяновских дизайнеров. Почетным гостем вечера стал известный дизайнер одежды Игорь Чепурин. После показа члены жюри выбрали победителя. Им стала Ольга Ильченко с коллекцией под названием «Сапфир». Заветное первое место открыло для Ольги и ее команды уникальную возможность участия в конкурсе молодых дизайнеров, который пройдет в сентябре 2018 года в Милане. Виктория Чиркова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.